Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я, Эдуард Петер. И как бы я сегодня уже почти закончил рабочий день и готовлюсь к посиделкам. И тут неожиданно приходит посылка. Причем неожиданно, потому что я ожидал ее 4-5, как было написано. Пришла вот она сегодня, 1 числа. Замечательно. Что в этой посылке? Я вам говорил и уже показывал, как я снимал свой дрон, да? Ну, то есть привязывал на лесочку туда-сюда. И удивительным образом они сразу начали продаваться, дроны. Я не знаю почему, их мало или что. Вот. А до этого я сделал в 3D дрон, тоже сделал с ними две картинки, вот посмотрите. Но они как-то не продаются. То ли неудачная конструкция дрона, то ли... Я не знаю, в чем дело, но продаются все вот эти. И продаются такие магазины, знаете, уже более такие красивые. Я так подумал, думаю, покупать я пока не буду. Я же хочу ее после переезда купить. Там в Баварии мы с вами будем горцевать на дронах. И мне пришла мысль купить как бы... Дефектный дрон. Посмотрел в eBay, да, действительно, цена 9,90, 10 евро. Ну, почему не купить? И я заказал там, цвет должен был быть по случайному выбору. То есть они не гарантировали, что в этот момент у них будет, но цвета было два, белый да черный. И вот сегодня пришел, я не знаю какой. Сейчас мы с вами откроем. Я подозреваю, что это дрон, потому что больше никому я ничего не заказывал. Так. Ага. Сверху лежит листочек. Второй носочек. Где мои очки? Чтение. Итак, написано, что да. Сима. X5 и X5 CS. Так, дефект. Цвет не написан. Цена написана. Хорошо. Окей. Тут продал. Замечательно. Так. Сейчас я поставлю это сюда. И вытащу. Так. Интересное кино. Стоит коробка и стоит еще. Так, что здесь написано? Так. А, один они пишут в подарок. Алло. 1X5 Zion gratis. Metroid Figures. То есть в подарок. Ага. Это очень приятно, ребята. Так, теперь посмотрим, что у нас в коробке пришло. Вот коробка. Кстати, тут нарисован белый, да? А, и черный с другой стороны. Ну, здесь черный. Давайте я вас подтащу поближе, будем смотреть. Как правило, когда приходят такие поломанные как бы вещи, то они не в комплекте могут быть. То, так, побросали по-быстренькому и все. Я вот смотрю, в этом стоит карточка, 4 гигабайта карточка. Камера, не видно, что она поврежденная. Ну, может, он не работает, так и должно было быть. То есть я хочу, в принципе, сфотографировать это, приделать ему еще ноги надо где-то. Ног я не вижу. Ну, вот это подарили, и то ладно, уже хорошо. Так, здесь тоже полусобратый. Не хватает винтов. А, хотя винты вот они. Винты вот они. И я смотрю ножки. Так, 4, я надеюсь. 3 было бы, конечно, глупо. А, нет, вот 4. Так, винты. Ну-ка посмотрим. Летал дрон? Да, летал. Винты видно, что летал. Так. И этот управление, пульт. Что еще? О, батарейки есть к нему.
Так, хорошо. И это защита, как я понимаю, этих. Да, конечно же, это защита от пропеллера. На самом деле есть проводок и две батареи даже. И насколько я понимаю, это зарядная. Отлично, ребята, отлично. Вы меня радуете. Итак, ну так как с дроном я теперь немножко знаком, то я понимаю, что куда-то надо батарейку поставить. А именно вот сюда, скорее всего, так. Угу. Так. Она вставляется сюда. Сюда же провод. И закрываем. Так. Ха. Было бы чудо, если бы она сейчас еще и загорелась. Мне бы для фотографии самое то было бы. Ребята, она работает. Так, это уже очень хороший подарок. В полете фотографировать можно как бы полет, да? Отлично. Так, что еще можно сделать? Можно поставить сюда сейчас. Видите? Ножки. Так, в одну не ходит. Вы знаете, тут может так, что быть совсем какая-то мелочь, которая не понравилась, что-то не подходило. Ну вот я сейчас вижу одно гнездо, не подходит как следует. Нет, пошло? Вот так он выглядит. Так, камера, видите, тоже с карты. Так, хорошо, еще одна. Теперь посмотрим, что у нас с этим. Так, ну тут отсутствуют батарейки. Ну я пошел, взял из вспышки. Батарейка-то у нас полно. Так, включаем. О! Запиликала. Она что-то, она запиликала, хорошо. Набирает что-то. Ну это еще пока ничего не значит. Вот так. Так. Включаем теперь огни радужные. Ставим. Так. Ну и было бы немножко чудом сейчас услышать рев моторов. Давайте попробуем. Так, ну я думаю, теперь это не блямкает. Вот сейчас он должно быть, если уж что-то есть. Ха-ха. Родной сердцу звук. Ну-ка, пока не пристегивая, просто так накинем. Мне, ребят, мне, честно говоря, этого бы уже хватило, что пропеллеры вращаются, и я могу фотографировать. Ну-ка. Ой, улетел. Ребят, я не знаю, как у вас, но у меня полное ощущение, что мы получили работоспособный дрон. Задесировал. Да, он стоит, конечно, этот, как он называется, Сима или как, X5. Он стоит где-то 60 с лишним евро, не такой уж он и дорогой, да? Но за 10 евро летает. То есть это очень интересно. Сейчас я прикреплю сюда это и попробую еще. Так, ну что, я винты привинтил. Так, они так странно немножко ведут себя. Ну что ж, давайте попробуем, завинтим их. Thank you.
Ну что, он откликает. Я на всякий случай его поймал, да, вот за эту, за ногу. Не знаю. Попробуем, рискнем, да? Выключаем. Я не могу пойти попробовать полетать. Но и так видно, что он направо-налево он действует. Он работает и пытается взлететь. Дело в том, что сегодня опять дождь. Так, с этим все понятно. Возможно, даже камера снимает. Ну, это не столь важно. Я говорю, что можно теперь фотографировать сколько угодно. Так, у этого не хватает. Батарейку поставил. Не хватает ножек, но в принципе можно оттуда, если что, взять. Ну попробовать, мы и так сможем попробовать. И так. Горит. Хорошо. Так, включаем. По идее, это одна и та же фирма. Я думаю, что настройки должны быть одинаковые. Ну, теперь они должны связаться между собой. По Wi-Fi-то. Это будет еще интереснее, если еще и этот летает. Ну, поглядим сейчас. Вот так бывает, в принципе, что за 10 евро ты иногда можешь получить вот живую вещь, но это нет гарантии. Ты не можешь сказать, что а что она не работает. Ты купил дефектную, ее продавали как дефектную, хотя она может, вот как видите, работать. Но это еще не значит, что винты работают. Сейчас надо дождаться, когда она между собой свяжется-то. Что-то долго. Долго она настраивается. А вот, остановилась. Ну, теперь минута славы, да? Или правды. Так, один мотор. Я вижу, что не особо хочет. Да, три работают. Один нет. Так, ну, в принципе, можно разобрать, посмотреть, может, контакт отошел. А вот вот он заработает. Смотри, там какой-то контакт. Надо контакты подключить, и все будет хорошо. Там разобрать, посмотреть. Ну, я говорю, что для фотографии, мне это выше головы. Ну что ж, спасибо, ребята, вы меня порадовали. Напишу хороший отзыв. Ну, а с вами я прощаюсь. До буквально через час мы с вами встретимся на посиделках. Всего доброго. Пока.